Приветище, это Спанч Боб, и мы продолжаем. Сегодня нас ждут песчаные горы, поэтому мы направляемся именно туда. 30 золотых лопаток в кармане у нас есть, так что поехали. Лыжная база, песчаная гора. Сюда стекаются морские обитатели, чтобы насладиться вечерним падением. Сквидвард, я так рад тебя видеть. Мне снова нужно одолжить твою зубную щетку. Чё? Ты ее раньше брал? Ну да, много раз. Подумал, что если ты не узнаешь, то не будешь против. Прекрасно. Мне все равно. Я и так полностью разбит. Хотел позаниматься спортом, отвлечься от бардака с роботами, и вот, все испорчено. Из-за зубной щетки? Нет, это те проклятые роботы. Они захватили лыжные трассы. Как я могу кататься на лыжах, если повсюду эти отвратительные штуки? Послушай, Губка Боб, ты должен помочь мне. У меня шарики зайдут за ролики, если я немного не расслаблюсь. Я обратил внимание, что если шарики и ролики хранить в разных мешочках, они друг за друга не заходят. Кстати, мои как раз со мной. Смотри, как украшены. Забудь о шариках, у меня есть идея получше. Если ты избавишься от роботов в конце каждого склона, я дам тебе одну из этих золотых лопаток. Ну, я даже не знаю. Шарики и ролики звучат как-то поинтересней. Ладно, ладно, ладно. За каждый свободный склон я дам тебе по лопатке. По рукам. Отлично, смогли развести Сквидварда на побольше лопаток. Ух, заживем. Ты посмотри, сколько тут песка, как снега. Кажется, мне тут не рады. Блин, долбанные бомбы. Так, пожалуй, я сберусь сюда. Фух, о, можно что-то открыть. Давай попробуем. Гуппи Маунт. Ага, это у нас первый склон, который мы должны очистить. Вот это горочки. Неужто ли мы по ним будем кататься? Я сотню раз спускалась по этому холму, обычно кубарем. Чёртовы дети считают, что меня забавно толкать. Но если сможешь побить мой рекорд и спуститься быстрее, я дам тебе золотую лопатку. Вообще легко. Принять испытание на время, конечно, принять. Сейчас попробуем. И... О, коробочка открылась. Миссис Пав, я готов. Я погнал. Юху! Ой-ой-ой, тут еще прыгать надо. По-любому я буду первее миссис Пав. Быстрее и первее. Так, главное не промахнуться. Носок собрал отлично. О, кнопка какая-то. Валун, смотри, какой здоровенный валун. Поворот. Входим в дрифт. Вот этого сейчас бомбанем. Ништяк. Крутое пике. Завернули, носок подобрали. Шикарно. Смотри, тут поворот. Блин, можно было срезать, походу. Какой резкий поворот. Фух, ну слава богу, есть чекпоинты. Они нас спасли. Так, я хочу кое-что попробовать. Мы сейчас с тобой попробуем здесь срезать. Можно ли это сделать? Вот так вот прыгаем. Потом прыгаем сюда. Ага. Потом сюда. Есть. Кажется, нам сюда и надо было. Блинский. Финиш-то где? А что, время вышло уже, что ли? Время не идет. Да, походу я все. Пропукал эту гонку, миссис Пап. У меня одни труханы остались. И вот он финиш. Отлично. Мы финишировали. Но гонка продолжается. Чекпоинт сработал. Ну ладненько, давай выбираться отсюда. Сперва нам нужно уничтожить производителя роботов. О, а вот и проход открылся. Бежим, значит, сюда. Может, тут коробочку? О, ты посмотри, золотая лопаточка. 37-я. Ребята, чё, как дела? Почему снеговика из песка не лепите? Снега я не вижу, тут кругом только песок, поэтому... Почему бы и нет? Я могу здесь выйти? Могу. Но тут есть еще коробка. Прыгнем к миссис Пав. Спросим у нее, как мы проехали гоночку. Короче, она сказала, что я нифига не прошел, поэтому я попробую еще разок. Погнали! Да, да, да!
Вы победили и вернитесь к миссис Пафф, чтобы получить награду. Отлично! Наконец-то! Миссис Пафф, я прибыл, чтобы получить свою награду. Поздравляю, ты замечательно справился. А, шикарная лопатка. Как же я обожаю получить лопатки. Кстати, у нас 38 лопаток, еще 2, и мы сможем попасть в дырявое ведро. Планктону. Труханы обязательно. Все, выбираемся туда. Ух-ух-ух, склончики. Так, следующий склон у нас вон там. Не буду даже заморачиваться насчет роботов. Гэри, привет. А что ты тут делаешь? Привет, Гэри. А, все. Просто привет и все. Смотри, я могу залезть наверх и нажать там какую-то кнопочку. Может, Гэри нам поможет? Блин, может... Как мне туда залезть-то? А, во! Нажимаем. О, а тут Сэнди нужна. Смотри, еще сюда можно запрыгнуть. Пойдем-ка вызвоним Сэнди. Сэнди! Подрывные идолы. Где же я видел телефон? О, смотри, песчаный снеговик, наконец-то. Можно его сломать? Пожалуйста. А, я его сломал и получил носок. Нифига себе. Спасибо. Еще и бомбу подорвал боулинг пузырем. Еще одна находка. А, вот он, телефончик, наконец-то. Я помню, что я его где-то видел. Но тут все сливается с места. Белка на месте. Погнали. Опа. Главное, случайно не упасть и не расшибиться в лепешечку. Спокуха, спокуха, белка. Главное не обосраться, потому что мы в скафандре. Хорошо, идем пока. Давай, белка, не подведи нас. И теперь залетаем вон туда. О, там еще поплывок есть. Точно, нужен губка Боб. Есть! 39 лопаток, еще одна лопатка. И помойное ведро нас ждет. Снова вызываем губку Боба. Потому что нам нужно сейчас натягивать трусы. Вон, видишь, крючок вон там наверху. Почти добрались. Но чтобы... О, планктон, ты посмотри. Привет, мой самый любимый и драгоценный друг. Я нашел для тебя еще одну золотую лопатку. Вот это да. Можно мне ее забрать? Ну, конечно. Если упадешь на самое дно этой ямы. Может, есть более безопасный способ? Вечно вы ноете про безопасность. Думаю, ты сможешь прыгнуть туда с тарзанки. Хотите заплатить 2500 блестяшек за прыжок с тарзанки? Ну, конечно же, хочу. У меня этих блестяшек хоть каждый день жуй. Ну что, погнали? Ух ты, какая пропасть. Короче, прыгаем. Опа! А где лопатка? Забрал! Я ее забрал! Я не заметил, но забрал! Сорок лопаточек! Продолжай трудиться всем во благо, приятель! И не забудь помочь мне с помойным ведром! Обязательно, обязательно! У нас уже 40 лопаток, так что мы к тебе заглянем. А я пойду пока для Сквидварда очищу еще один склон. Походу нам вот сюда, склон номер 3. Пофиг, что не по порядку. Идем сюда. Песочная гора. Ух, вот это виражи. Вот это делы. Да ладно, прорвемся все равно. Я быстрее ветра. Мой рекорд по спуску с горки побить невозможно. Но я могу дать тебе лопатку, если ты сможешь побить мой рекорд. Ну что, давай попробуем. Сейчас мы этого краба с клешнями побьем. Вначале я тут все смотрю. Нет ли тут тайничков? Есть телефончик на всякий пожарный. Подожди, а может быть мы Сэнди вызвоним? Давай Сэнди в этот раз попробуем. Сэнди, твое время настало. Пошли. Скатишься с горочки. Губка Боб уже одно очистил, теперь твоя очередь. А, подожди. Нужно же принять гонку. И что, все что ли? А как же гонка? Походу не прокатит. Только с губкой Бобом. Блин, одно расстройство. Все, испытание принято. За 120 секунд мы должны преодолеть эту горку. Погнали! Походу, мне надо было прыгнуть вот сюда. На спасательный круг, который мы проехали. Но ничего. Первый раз катимся, так сказать, тестовый круг. Какие отличные виражи у нас получаются на языке. Ух ты, реклама, смотри. Реклама бургеров. Реклама планктона. Тут какие-то качающиеся платформы, но ничего, мы справляемся. О, искрометно. Во-во-во, вот сюда прыгнуть получится, нет? Отлично! Нажимай. Ёк-мака. Фух! Вот это подстава. Там, кстати, носок сверху был. Здорово! Этот валун расчищает нам путь.
покачусь-ка я, пожалуй, за ним. Все, валун слетел с трассы. О, он пробил тут дорогу. Давай тут искатимся. Уху! Круто. Я смотри, могу вниз прыгнуть, по-моему. Давай сделаем это. Вот это я срезал, так срезал. Возможно, я что-то пропустил, конечно, но я сэкономил время. Так, так, так. Перепрыгиваем взрывных рядов. Где финиш-то? Финиш, финиш мне нужен. 40 секунд осталось. Это ни много и ни мало. Но время поджимает. Так, прыгаем сюда. Где еще спрыгнуть можно? Прыгаем сюда. Господи, сколько тут всего-то! Финиш где? 27 секунд. Че, неужели я обосрусь? Неужели я обосрусь? Сколько здесь трасс, а? Ты посмотри, запутаться можно. Есть вероятность, что я покатился не по тому чему-то. Финиш, 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 финиш. 10 секунд, 9 и... Я успел, шикарно. Ой. Но я упал. Хорошо, тут есть чекпоинт. Ребят, здорово. Вот бомбочки. Да что ж такое-то? Мне вот тут... Фух. Даже не задели. Даже не задели косарылые роботы эти. Запрыгиваем. Нажимаем кнопочку. Ворот открыты. Песчаный шар нас опять спас. Еще одна лопатка. Выходим отсюда. А, блин, зачем я вышел? Я же должен был подойти к этому крабу. Точнее, не крабу, а раку. Надо вернуться. Вот она, лопаточка, спасибо тебе. Мы очистили с тобой два склона. Остался последний, третий, я так полагаю. Ой, зря я сюда, наверное, прыгнул, да? Я не долечу. Спасибо тебе, мистер Моряк. Ладно, ладно, идем в обход. Хотел сократить. Ух ты, там носки, смотри. Пойдем-ка попробуем собрать. Обрадуем Патрика потом. Патрик будет рад получить это назад. Еще бы. И склон номер два. Сейчас мы попробуем его очистить. Интересно, кто там будет нашим соперником? Флаундер Хилл. Ну, тут трасса попроще, потому что это трасса номер два. Я летаю как ветер и порхаю как морская пчела. Если сможешь побить мой рекорд по спуску, я дам тебе золотую лопатку. Отлично, Баббл Бадди, я побью тебя. Погнали. А, подожди, сперва, как обычно, разбить снеговика. Ничего нету. А, хотя смотри, вон, разбить 8 снеговиков надо. Я разбил один из 8. Надо быть повнимательнее. Короче, ладно, у нас 110 секунд. Надо обыграть Баббл Бадди, погнали. Мы снова на виражах, мы снова на языке. Ой, какие шипы. Вау. Так не хочется. А, вот смотри, еще снеговик. Вот где их надо сбивать. Правда, они нас тормозят немножечко. Нифига себе. Ай, как это больно. Ай-яй-яй-яй-яй. Я потерял много времени и проткнул себе язык. Это так противно. Снеговички. Я все найду. Всех соберу. Снова эти иголки. Куда поедем? Поедем сюда. Объезжаем иголки. Пока идем хорошо, даже с нашим дырявым языком. Блин, как у губки Боба мозоли на языке не появляется? Можно было спрыгнуть вот тут, вот, смотри. Опа! Сократили отрыв, когда мы застопорились на иголках и на снеговике. Так что нагнали, тот, что упустили. Трусцы, отлично. Как раз нам нужны были. Едем сюда. Ой, какая тут восьмерка интересная. Блеск. У губки Бобу нравится. Как мы катимся. 40 секунд осталось. Надеюсь, мы успеем. Если нет, то Баббл Бадди нас победит. Еще один снеговик. Сбили. Ну да, снеговиков мы много, конечно, пропустили. О, здорово, ребят. Че, на горнолыжку поднимаетесь? Ну, поднимайтесь. А где финиш-то? Я что-то не вижу вообще финишной прямой. Финиш, ну где же ты финиш? Вон снеговик внизу, но нам туда не надо сейчас. Нам надо поверху. Придется проехать еще разок, чтобы собрать всех снеговиков. Опа! Застрял немножечко. Финиш, финиш, финиш. Походу не доехал. А нет, вот он. 3, 2, 1. Вы проиграли. Попробуйте еще раз. Ну что ж такое-то? Ладно, попробуем еще раз. Баббл Бадди.
Есть! Получилось! 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 Вы победили! Вы победили Bubble Buddy! Отлично! И достижение еще получилось! Шикарно! Ух-ух-ух! Убираемся отсюда! Бомбим эти штуки! Спасибо! Спасибо, Валун! Ты как всегда, кстати! Надо не забыть вернуться к Bubble Buddy, забрать лопаточку. Тут еще одна лопаточка. Блин, 43 лопатки. Идем на опережение. Это просто шикарно. Прыгаем в коробку. Bubble Buddy, гони лопату. Поздравляю, Губка Боб, ты побил мой рекорд. Держи лопатку. Спасибо. Ты очень щедр, Bubble Buddy. Не знаю, откуда ты берешь лопатки, ты же всего лишь пузырь. Но это круто. Так, ну что, получается, три склона я очистил. Вроде бы отсюда можно выбираться. Сквидвард. Сквидвард, а у меня для тебя шикарнейшие новости. Склон очищен. Слава Нептуну, ты справился. Наконец-то я могу достать инвента и спокойно покататься на лыжах. Вообще-то, мне кажется, что Патрик одолжил твой инвентарь. Что? Кто его разрешил? Я подумал, что если ты не узнаешь, то не будешь против снова. Не буду против. Разумеется, я против. Это всего-навсего самый дорогой лыжный инвентарь на свете. И что вообще Патрик собирается с ним делать? Он даже на лыжах кататься не умеет. Так хочется тепла. Фу, вот это поворот, да. Я разрешил Патрику взять лыжи Сквидварда. Ладно, погнали отсюда, пока не началась драка.